медведи и тигры. Первый тайм. Ай, не поймала, как же так? Один-ноль. Тигры, да? Тигры забили одно очко. Тигры 2-0, да? 1-1. А, 1-1. А, это медведи забили. Тайм-аут взяли, да?
ловить надо, гремит, ловить надо. Читайте! Никому. Защите. Ну, контратака быстрее, первый свободный. Вот отлично. Нравится? Да. Я почему-то думал, что это так.
Не, она очень, подвижная. Оказывается, да. Нужно бегать. Достойно. Постоянно смотреть, кто открыт, кто закрыт. Открываться. Ну, как футбол. Ну, тактика, по большому счету, везде очень похожа. Только снаряд другой. Ну, плюс еще тут нужно учитывать саму эргономику снаряда. Как ну, она, конечно, как он тут же различные как... броски. Перекидывать через защитника, дальний забрасывать. Потому что видишь, он же может закрутиться. Да, а диск нужно научиться читать. Да, то есть его можно просчитать, куда он должен приземлиться. Особенно если он крученый, идет там крюком. Всякие обманки. Там, да, свет, да, снизу, да. Обойти. Ну, интересно, да. Что, закончился первый тайм, да?